Лудомания может привести к суицидальным наклонностям. Это не учитывая, что азартные игры серьезно подрывают семейный бюджет. Однако страдающие лудоманией люди не считают себя больными. Им приносит огромное удовольствие вновь и вновь посещать игровые клубы. Единственный способ избавиться от подобной зависимости – обратиться к квалифицированному психологу. Самостоятельно никто не приходит. Дома должно быть конфликт. Крик, шум, после этого к нам приходит лечиться. Помощь только психологически, это психотерапия. Полный курс проходит, семья проходит психотерапию, и лично индивидуально психотерапию человек проходит. И если уже там сопровождается суицидальные мысли, депрессивное состояние, мы уже направляем психиатрам, врачам-психиатрам.